Bir de zımba alayım mı? Devam et, devam. Zımbayı ve böyle kopuk çıktı. Kaç metre gitti? Orada 10 metre bile gitmedi. Evet. Al zımbayı. En basiti bir tane zımba. Ver tutayım ben orayı. Tamam, bu kadar basit. Şimdi bu küçücük bir, şöyle küçücük bir topta artık 10 metrede, 20 metrede sürekli böyle kopuk kopuk çıkacak. Şimdi öbür topu geçiriyorsun. Tamam, öbür top geçti. Altına sarılacak şimdi. Biri pembe, biri gri. Всем ассаламу алейкум, всем привет, с вами Рукия, и в сегодняшнем своем видео я хочу показать вам, как я повязываю шарф. Сегодняшний шарф у меня от фирмы Differenza, очень красивый и расцветка тоже красивая. Давайте начнем. Это, пожалуй, мой самый любимый вариант был, когда я еще была студенткой. Берем шарф, длинную часть отпускаем в правую сторону и короткую часть в левую сторону. Поправляем. Можете взять здесь вот повыше немножко. И завязываем сзади узелок. Хорошо, затянули. Можно зафиксировать также иголками, но лучше всего завязать, чтобы эта красота вся не распалась. Вот так вот. Можно зафиксировать тоже иголками. Далее длинную часть мы ставим на наш хвостик. Вот таким вот образом. Также здесь можно зафиксировать иголкой. Далее поправляем вот эти вот части. И повязываем наш красивый шарфик. Также подтягиваем эту сторону, чтобы с обеих сторон было все ровненько. И фиксируем иголочками. Также фиксируем эту сторону, поправляя сам шарфик. Таким вот образом. Далее просто поправляем наш шарф. Вот так вот это все смотрится. И сзади тоже очень красиво. Как вам такой вариант, девочки?